О, вот тебя-то я ищу. Слушай, у меня для тебя плохие новости. Как бы тебе только сказать их? Ты только не нервничай, но твое шоу закрыли. Ладно. Увидимся в обзоре. Дорогие друзья, всем привет! И добро пожаловать на канал Коротко о Некоротком. С вами Кин, и сегодня мы поговорим про сериал «Болотная тварь». Но перед началом не забывайте, что я сделал вам небольшое такое предложение, благодаря которому вы можете появиться у меня на канале. Как это сделать? Подробнее по ссылочке сверху. А мы начинаем. По сюжету в родной городок, а если быть точнее, в родное болото, приезжает микробиолог Эбби Аркейн. Приезжает она, чтобы изучить и уничтожить опасный вирус, охвативший округу. Для этих же целей в городок приезжает еще один ученый, Алек Холланд. Как вы могли догадаться, между Алеком и Эбби в ходе взаимной работы появляется симпатия. Но Алеку совсем чуть-чуть не везет, и в ходе покушения на него он умирает. Болото же решает, что его время пока не пришло, и связывает сущность Алика с растительным миром, делая его кем-то другим. Чем-то другим? Нет, делая его болотной тварью. Теперь Алику предстоит узнать, кто он, что он и что за тайну хранит это место. Так, ну что ж, начну я, пожалуй, с претензий. Что это за дискриминация такая по именному признаку? А такая вообще есть? Наверное, есть. Почему-то в фантастической четверке Marvel Бен Гримм существо, карпентеровский пришелец, нечто. Ну а у DC ласково и нежно, болотная тварь. А почему бы их имена не поменять местами? Пускай по болотам DC бродит болотное существо. Ну или нечто. Ну а в Marvel в свою очередь будут Мистер Фантастик, Невидимая Леди, Человек-факел и тварь. Ладно, я шучу. Я считаю, что болотная тварь звучит куда брутальнее, чем болотное нечто. А вы как думаете? Итак, поговорим о самом сериале. Режиссером «Болотной твари» выступил один небезызвестный Джеймс Ван, за спиной которого множество как блокбастеров по типу «Аквамена», так и фильмов ужасов, таких как «Заклятие» и «Пила». И вот что-что, а рука хоррор-мастера в этом сериале чувствуется как никогда. Лично, как по мне, сериал довольно сильно похож на Silent Hill. Первую часть. Только Silent был пропитан серым цветом, ну а тварь зеленым. Вообще сериал можно назвать годной пропагандой или агитацией не вредить растительному миру. Или растительный мир начнет вредить тебе. И от этого я еще больше недоумеваю, почему сериал было решено закрыть. Тут вам и моральный посыл, и режиссер топовый, и отзывы хорошие. Ну, по крайней мере, я плохих не слышал. И задел на темную лигу справедливости тут есть, которую я уже просто мечтаю увидеть в лайф-адаптации. Вот уже был Константин, который мог ее породить. Закрыт после первого сезона, но он все равно годный, посмотрите, если будет время. Вот уже есть и болотная тварь. Что? Правильно, тоже закрыто после первого сезона. Терзают меня смутные сомнения, что на ТЛС реальное проклятие. Не зря же за столько лет не было ни одного фильма или сериала про нее. Мульты я не считаю, я про лайф-адаптацию с живыми актерами. Ну и раз уж затронули эту тему, поговорим про актеров сериала. Они просто потрясающие. Конечно, далеко не мне судить их актерские таланты, но как по мне, каст подобран просто великолепно. Начнем с красавицы Кристал Рид, которая изначально должна была быть блондинкой, дабы попадать в канон. Но актриса отказалась, сославшись на то, что брюнетка ей лучше. И я с ней соглашусь. Да, безусловно, нарушение канона имеет место быть. Но вспомните Константина Киану Ривза. Константин вообще-то по комиксам блондин. Хотя, когда стало известно о закрытии сериала, Кристал в качестве бунта выложила в инсте вот такое вот фото. Ух, безусловно, секси. Но я все-таки голосую за брюнетку. Далее у нас позитивный добряк Энди Бин. Честно говоря, за его творчеством я не следил. Но в данном сериале он мне нравится. Его персонаж словно Азирафаэль из «Благих знамений». Вызывает непроизвольную улыбку у меня на лице.
просто настолько он милый. И само собой грозная болотная тварь. Дерек Мирс. И кстати, это его не первая маска монстра. У Дерека на счету до этого не было сильно много значимых ролей, но прорывом для него стала пятница 13-е 2009 года. Да-да-да, в 2009 году вот этого здоровяка играл Дерек Мирс. Что можно сказать про его болотную тварь? Ну, то, что это далеко не машина смерти. Это скорее испуганный человек в теле машины смерти. Он нервничает, он переживает и боится своих же сил. Растения, деревья, кажется, разговаривают со мной. Болотной тварью или аликом сейчас движет только страх, ужас и непонимание. Я не знаю, кем я стал, Эви. Ты Алек Холланд. Ты мой друг. Он не выбирал такой судьбы и участи, она ему скорее была навязана. И теперь ему придется отказаться от старой жизни и начать привыкать к новой. Может, конечно, в следующих сезонах он и станет крутым антигероем. Ах да, точно. Не будет других сезонов. Конечно, если сериал никто не купит. Хотя слушок был, что HBO собирается его купить. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Болотная тварь – это не типичная супергероика. Здесь нет постоянных сцен драк, погони, взрывов и прочего клише жанра. Это хоть и супергеройская, но все же драма. И ужасы. Много диалогов, иногда разбавленных динамичными действиями. Загадка, окутавшая болото. Переживания главного героя. Серость и туман. Вот чем пропитан данный сериал. И как по мне, он просто великолепен. Оттого вдвойне обидно, что сериал закрыли. Но вы можете поддержать сериал хэштегом, который видите на своем экране. Подробнее о причинах закрытия я говорил вот в этом видео. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также в описании вы сможете найти ссылку на мой инстаграм и группу ВК, где при желании вы можете поддержать развитие канала рублем. Ну а я, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов и любите мать нашу природу. Всем пока!